Певица Максим была замечена в компании своего бывшего мужа Алексея Луговцова. Парочка приятно проводила время в загородном доме звезды, который ненадолго стал съемочной площадкой для клипа на песню «Дура». Здесь мы все собственноручно. Я взяла те вещи, которые мне абсолютно не нужны, которые поела моль. Нашла те вещи, которые или кот испортил, который здесь живет. И решили все это сжечь. Играя влюбленных, артистка и ее бывший избранник даже не заметили, что вне съемок ведут себя столь же романтично. И что удивительно, пара даже не отказалась сниматься в постельных сценах. Однако вопрос, почему именно Алексей стал героем клипа, пока остается открытым. Но это пока секрет. Есть вероятность, что клип лишь повод рассказать о примирении Максим с бывшим мужем.